на Каната. Красивая комбинация. Удар коленом от Муниса. Прекрасно выравнивает счет. Кирен, послушай, это потрясающее соревнование. Согласен? Два талантливейших спортсмена. Удар в одну сторону, в другую. Удар коленом, который принесет очки. Рефери разрешает. Отличный удар. На кону большие деньги. Очень крупный приз. Развлечения вам гарантированы, леди и джентльмены. Это был чистый нокаут, без сомнений. Согласен. Юб у Беда играться не будет. Он не станет. Какой бой! Да, они напряженно дерутся. Оба хотят денег. Ты только посмотри. Оба хотят в следующий раунд. Какой потрясающий конкурс. Удары в корпус. Отлично. Удар коленом от Фрэнка. Он может пройти в следующий раунд. Серьезно? Вот это так хук правой. Идут комбинации в ответ. Удары в корпус. Отличная работа ног. Да, он не сдается, но Мунис получает очки за удары ногами и коленями. Их силы равны. Победитель в левом углу. Фрэнк Муниас. После дополнительного раунда в четвертьфинал проходит Фрэнк Муниас. Я был готов к войне. И это была она. Вы видели, люди вставали и аплодировали нам. Это важно. Это шоу. Думаю, в четвертом раунде я дрался лучше, чем в третьем. Я выиграл третий, но в четвертом показал себя лучше. И почему-то проиграл.